17 января в прямом эфире студии «Форпост» вы сказали: «Правда – это то, что выгодно лично мне». Поясните, что конкретно вы имели в виду? То же самое, что имеют в виду все абсолютно граждане, отстаивающие свои собственные позиции. Вот я считаю, что вот это вот правильно. И буду отстаивать именно это. Зайду с другой стороны. Вот граждане любят говорить там про всякую правду, справедливость, еще чего-то. Делают они это, рассказывают такое, только до тех пор, пока чего-то не коснется их лично. Например, чей-то сын возьмет и собьет на своем автомобиле бабушку. Ну и тюрьма светит. И тут внезапно, ну, вы знаете, нужен хороший адвокат. Потому что вы что, хотите мальчику жизнь поломать? Нужен хороший адвокат. Деньги у нас есть, нужен хороший адвокат. А давайте договоримся с бабкой. А давайте ей денег дадим. А давайте вот это, а давайте вот то. Ну, не надо рубить с плеча. И вот только что ты тут разглагольствовал в интернетах, курил и прочее, только что ты разглагольствовал там про какую-то справедливость и правду, но как только коснулось лично тебя, внезапно оказывается, что все не так. Это же тебя касается, твоих детей, твоей семьи. Не-не-не-не-не-не, минуточку. Это как с коррупцией. Коррупция – плохо. Это когда ты с голой жопой сидишь, смотришь там на коррупционера, а, суки, он как у них, все, всех пересажать. А когда деньги есть у тебя, и ты знаешь нужных людей, и с помощью этих денег ты сразу решаешь массу вопросов, вообще ни на что не заморачиваясь, ты нарадоваться не можешь, как же хорошо все устроено. Деньги есть, все вопросы решены, вообще все, сразу, мигом, деньги, знакомства, ура, все решено. Ну, а что там этот недоволен, наверное, говно, нищеброд, сиди, молчи. И так во всем. Если тебе кажется, что это я про себя говорю, ну, отчасти, можно сказать и так. Но это не про меня, это типичный, так сказать, момент в поведении граждан. Если ты это поймешь, жить будет легче. Не поймешь, ну, так и останешься дураком.